Между тем, аграрная сфера Казахстана нуждается в высококвалифицированных кадрах. Об этом заявляют эксперты отрасли. По их словам, средний возраст ветеринаров сейчас достигает 55 лет. Молодые специалисты отдают предпочтение другим профессиям. Как пытаются привлечь новые кадры в эту сферу, расскажет Мира Альжанова. В аграрной отрасли Казахстана на сегодня официально трудоустроены почти 1,5 миллиона человек. Неформально работающих в этой сфере в разы больше, отмечают эксперты. Однако в первую очередь сельскому хозяйству нужны высококвалифицированные кадры. Самое первое необходимо, чтобы были там деньги, люди зарабатывали. Опять же, возвращаемся в нынешней ситуации, когда у нас фермеры ничего не зарабатывают, а банкротятся. Кадры откуда взяться? Кадры – это молодые кадры, это молодые люди. Их надо замотивировать. Сегодня их мотивирует IT-отрасль, сегодня их мотивирует государственная служба там, в органах прокуратуры, акимат. О необходимости развития аграрной отрасли не раз говорил и президент. В своей предвыборной программе Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на развитии сельских районов. Для этих целей аграрии приобрели порядка 1000 комбайнов и тракторов. Помимо этого государству возвращены 8 миллионов гектаров неиспользуемых земель. Как сообщили в Минсельхозе, для полноценного развития сферы принимаются меры для привлечения молодых специалистов. Мы должны ориентироваться на подготовку востребованных кадров в сельских населенных пунктах. Для этого мы будем рассматривать диверсификацию учебных программ аграрных вузов с течением времени. Необходимо обратить внимание и на исследовательские университеты в модели подготовка кадров, научные исследования, производства, функционально интегрированные в развитую зарубежную науку. В планах Минсельхоза передать в доверительное управление Казахскому аграрному университету 4 научно-исследовательских института сроком на 3 года. Это даст толчок в развитии аграрной науки, считают в ведомстве. Мира Альжанова, Данияр Умар, Дастан Тимурбекулы, телеканал Алматы, Астана.